За последние несколько недель Португалия приняла 46 мигрантов со спасательного судна «Аквариус». 9 из них – выходцы из Сомали. Им предоставили социальное жилье в Миранда-ду-Корву, небольшой деревне в самом центре страны. Евроньюс выясняет, довольны ли они новой жизнью вдали от родного дома. «Я решил приехать сюда, в Португалию. Что вы знали о Португалии, кроме того, что там родился Роналду? Да, я и правда знал, что он португалец. Я смотрел чемпионат Европы в 2016-м. Мне нравится здесь, это красивая страна. У нас есть все, и еда, и лекарства. Все здесь замечательно, этот дом очень хороший». Помощь и поддержку в решении самых разных вопросов этим людям оказывает местная неправительственная организация «Фонд ADFP» в рамках соглашения с властями. Программа рассчитана на 1,5 года. Мы заключили соглашение с миграционной и пограничной службой, по которому они получают определенную денежную помощь. Мы помогаем им включиться в учебный процесс, а затем выйти на рынок труда. Содействуем в поиске работы и профессиональной подготовке. За последние 3 года фонд помог десяткам мигрантов. Некоторые из них уже живут самостоятельной жизнью, имеют свой дом, работу. У меня здесь много друзей. Я знаю всех, и все знают меня. Этот фонд стал моей семьей, говорит беженец из Сирии. Дом в Миранда-ду-Корву в центре Португалии обрели 68 мигрантов, но 24 не пожелали остаться, несмотря на предложенную им помощь, и уехали в другие европейские страны, в основном в Германию. Филиппа Суарш, Euronews, Португалия.